Всем привет, с вами Смакей. И сегодня я буду играть в Космо Гэнгзи Видео без гейм. Это у нас такой шмапчик в плане как типа галаги. Тут должен был быть со мной где-то Чинджер, но, к сожалению, он где-то просрался и не хочет брать трубку. Так, что-то у меня на стриме не оповещание, ничего не показывается. Как всегда, все сломалось. Сейчас, ребятки, погодите 2 секунды. Чуть прям лютые дропы идут какие-то. Пробуем уменьшить битрейт. Да, с моим говном только стримить. Ну, вроде дроп прекратились. Ну ладно, у нас тут, в общем, Космо Гэнгзи Видео. Какой только хрени нет у нас в NES, честно говоря. Я вчера говорил, что не буду его запускать сам, типа будет это все First Run'ом играться, но я не сдержался и решил просто ради интереса чуть-чуть глянуть, что это вообще за зверь такой, и прошел там целых 3 планеты. Но игра на самом деле, по идее, должна быть короткой. Ладно, посмотрим. Так, что там, Влад проснулся? Алло. Алло, привет. Да, здорово. Я видел. А я думал, ты уже все. Ты пропал. Игра. Да не, не пропал. Отошел на кухню, персик съел. Мне выпал этот самый космоген. Как ты думаешь, стоит ли считать это полноценным шпапом, так как это тупая галага? Галага? Но она проходима, по крайней мере. Ну... Шмапчик же, шмапчик. Не уверен. Не уверен. Еще раньше же... Все началось ведь именно с этой фигни, как ее там, но Space Invaders. Здесь нету скроллинга экрана. Ну нету скроллинга экрана, но зато знаешь, есть враги, которых надо всех убить. Ты типа летишь, а на тебя летят враги, просто граунд не двигается. Ну представь Super Mario Bros, надо всех врагов убить. Че, тоже шмап? Нет, там платформер. А тут вот именно почему? Перетаешь. Всех врагов убили. Да не летаешь, ты перемещаешься слева направо и все. Привет, Гриша. Да, привет. Не, ну раз ты прошел, ну по-моему это не шмап. Я еще не прошел. Ну как? Шутумап? Space Invaders шутумап? Ну... Шутумап или нет? Ну ладно, раз она у нас есть в списке, будем проходить. У нас там рендеринг рейнджин был, который мы удалили. Вообще выглядит прикольно. Ну, честно, выглядит как полная хрень, какая-то дичь, честно говоря. То есть взяли галагу, придумали кучу всякой фигни новой, типа врагов, и все. Тут ну, даже оружия если... разных нету. А, понятно. Тут есть только вот такая вот штука, которая позволяет тебе стрелять сразу из двух пушек.
Еще челлендж уровни, в которых даже боссов нет. Я, по крайней мере, до босса ни до одного не дошел. Я даже не знаю, босс это или нет. То есть тебе нужно не позволить чувачкам стащить ящики. И все, я не знаю, что будет, если они их стащат. Ты типа проиграешь и заново им весь мир придется проходить или нет. А, просто время. Да. Ну что, как у тебя успехи с Блейзоном? Никак. Мне не получается у него потренировать, потому что мне реквестируют игры за деньги, я поэтому Блейзон не тренирую. А что ты сейчас будешь тренировать, или это секрет? Пока секрет. Игру на NES. Говно редко знаю. Ну ты все, ты теперь же хардкорщик. Вот тебе и реквестируется как говно. Да я хотел бы, я бы лучше что-то хорошее прошел. Все так говорят, но платить никто не хочет за что-то хорошее. Да, платят за говно. Платят за говно. Ты работал, а не отдыхал, развлекался. Вот как вы могли заметить, между планетами забирают у нас прокачку. Все для людей. По-моему, это не шмап. Все-таки не горизонтальный скроллер, а не вертикальный. Просто всех уничтожить. Ну если не хочешь, можешь не проходить. Эта игра точно не попадет там не в топ-10, я не знаю. Не в топ-100. Топ-100, сколько там всего? Топ-50? Ну вот, топ-100 попадёшь. Ой, я сдох случайно. Хотел взять пэшку. Я не понимаю, что дает пэшка. Она вот есть, и она типа что-то дает, но я не понимаю, что. Силу выстрелов она не увеличивает. Количество выстрелов тоже. Кстати, тут нету еще. А не, вот есть, прикинь, целое новое оружие одно, вот, да, бомбочками можно кидаться. Скажи, я тебе скажу. Тут, блин, нет Rapid Fire, это меня бесит. Это уже вторая игра, которая мне попадается без Rapid Fire. Да, первый был Spriggan. А вторая это... Кстати, мне Spriggan понравился, к слову. Вот честно, если вот быть откровенным, то... Мне было, в принципе, относительно кайфовенько в него играть, потому что много всякого интересного, красивая графика, хорошая музыка. Единственное, только, да, вот эти снесовские тормоза, но я уже к ним привык. Плюс ни хрена не видно во втором и в пятом уровне. Но особенно если... в пятом. Да, особенно в пятом. Но если потренировать, как бы, эти места, там, боссов, на боссов тактику найти, то, в принципе, на нормале, вот на нормале я замечу, потому что хард неадекватная, дисбалансная хрень. Вот, на нормале вообще норм, можно пройти, кайфануть. Mm-hmm. Я бы, наверное, я бы за все косяки, конечно, за дебильный бестыдинг на харде, который еще и не работает в эмуляторе. На харде, если там супер хард, да, вроде? Да. Вот. Это супер хард бы вот этот снял бы балл. За то, что тебя троллят тем, что ты проходишь игру, тебе потом дают 9 жизней. Какого хрена? Пароль на 9 жизней и любой уровень проходить, по кайфу. Это, и... по-моему, после харда. После нормала дают только 9 жизней и все. А потом, да, после. Ну вот. Ну, если не париться, конечно, вот если брать вот... Реально, условия такие, что ты просто берешь и играешь, как бы ты не паришься. Ну, там когда-то прошел, там или друг твой прошел и дал тебе, допустим, чит-код на 9 жизней и так далее, то. Ну, вот тут все зависит, знаешь, как бы от каждого от приоритетов каждого. То есть кому как больше нравится играть, типа. Если кто-то не парится и будет играть вот с чит-кодом, вот этим, допустим, на харде, да, прошел там изи, тебе дали там чит-код на сколько-то жизней. Врубил, прошел, типа даже подумал, блин, хорошая игра, что жизнь дает куча. Вот и непонятно, знаешь, как к этому относиться. Ну, в принципе, мне понравились некоторые уровни, там особенно мне нравится больше всего третий уровень в пещере. Четвертый это, получается, четвертый? Пещера. Да. А, да, четвертый. Третий это там... Да, закат. Это третий этап, это там красная фигня. Да. На заднем фоне. И босс. Легкий. И босс, который... Два раза появляется за уровень. Да, с которым лучше не сражаться, честно. Ну там просто чарж, юзаешь на нем зеленого оружия, и он умирает, все. Да, а по другому способу там вообще жестко. Он там такое творит.
Вот тоже боссы в Спригане странные. Если их не проходить чарджем, то они прям мега лютые. Типа босс 4 уровня, это рыба. Я так и не смог ее нормально пройти без чарджа. Один раз у меня как-то на стриме получилось, или два там, ну блин, это было сурово, он тянет на последнего босса. Без а последний же... босс вообще такой, ну, не рыбу легче всего проходить синим оружием. Да? Тормозить типа ее? Конечно. Я до этого а не еще догадался. Красным тоже пулеметом быстро выносишь все, что она там в середине уплевывает, а потом уже забиваешь. Меня раздражают штуки, которые фиолетовые выстрелы, которые она пускает. Сверху снизу. Да. Есть такое. Ну, в общем, ну что, игра интересная. Мне было интересно проходить даже на харде. Вот, поэтому я думаю, что она все-таки заслуженно входит там, ну, в эти топ. Ну, даже не то, что может не совсем заслуженно, конечно. В список лучших шмапов всех времен, ну да, но внимание она точно стоит. Ой, опять я сдох. Короче, вот с этого мира начинается какая-то срань в этой игре. Игра резко усложняется. Появляется куча выстрелов. Коробки, которые распадаются на спред. Вот дальше я не проходил. Меня вчера ночью бомбануло, и я перестал играть. А, вот она как бомбанула. Ну, ты уже такой полусонный, а хочется посмотреть, что там. И ты думаешь, что первые два мира проходишь, вроде бы легкая игра, а тут бас себя уже начинает зажимать выстрелами, летают всякие уродцы. Но благо, если... Да, ё-моё, как я так сдох опять. Ну, не дали мне щит взять. Вот. Ну, благо тут бесконечные конты. То есть ты, когда дохнешь, можешь выбрать мир, с которого начать. И все, и продолжаешь играть. Опять я сдох тупо и убил. Мех. Последняя жизнь. Вот. А для чего ты ее проходишь? Потому что тебе она вчера выпала? Ну, она мне вчера выпала. Да блин! Ну, у меня, например, выпал этот Ханзер, это добрый, я его не проходил. Ну там, блин, там-то точно не шут-эмап. Ну, и не в таком плане. А вот этот, как бы, все-таки, грубо говоря, наследник именно тех самых шмапов, которые были на заре самые. Я думаю, что все-таки стоит уделить этой игре внимание. Вот. Собственно, можно выбрать третью арию. Стоит попробовать, чем бы нет. Вроде бы всего 5 миров, должна быть такая долгая и сложная. Сейчас посмотрим. Привет, русские. Добро пожаловать на стрим. Вот, что у меня в чате ничего не отобразилось. Гриша там спрашивал, неужели Dirty Harry, но я деликатно умолчал на этот вопрос, потому что пока хочу не спойлерить. А, понятно. У меня какая-то задержка с Рутони чатом, он слишком долго отображает сообщение. Что, это хрень такие шмап? Вот Влад говорит, что нет, а я говорю, что типа да. Ну вот поэтому Егор и будет проходить, а Влад нет. Надо пройти все шмапы на SNES. Вот здесь даже... Не, ну тут так-то прикольно, вот тут всякие дополнительные оружия. Ну, типа дополнительные оружия, всякие типа как бомбы. Знаешь, то есть какая-то башка, которая всех станет. Mm-hmm. Прикольненько. Короче, эта игра еще выходила, если я не ошибаюсь, на аркаде. Что когда я пытался найти прохождение на ней, наткнулся на аркадную версию. Да блин, какая подлая пуля. У меня 5-0 жизни. Че, будем заново начинать. Под делом. Вот, я подозреваю, это вот именно такое, типа, аркадное что-то, вот чисто. Поубивать монетки из людей. Ну, игра-то веселенькая. Да, чисто детское что-то там, знаешь, для японских школьников. Они любят. Я недавно вспоминал, какие у нас есть игры для девочек. Когда эту версию Virtual Bart на SNES запустил, и она оказалась в разы сложнее сеговской. А Virtual Bart, наверное, все-таки не для девочек, для мальчиков? Наверное, или... да, для мальчиков. В этом все отлично. Ну, игра, конечно, на SNES Virtual Bart такой найди. Петрович. Тренировать надо. Но как-нибудь потом, пока что у меня стоит другой приоритет, раз задонатит. Мы с ним проходить.
Скажи мне, я тебе скажу. Virtual Bart на Сеге, получается, не нужно тренировать, что ли? Конечно, нужно, я его тренировал. То есть, и они вообще жестко отличаются, что SNES-овскую надо тоже, да, затренировал? Да, уже отличается там конкретно. Виртуал Лиза должна быть для девочек, да, все правильно. И у меня 0 жизни, я снова дошел до 5 уровня. Меня могут опять так нагнуть. А могут и не нагнуть, верно? Игра устроит мне гэнг-бэнг. Как повезет. Захочет игра, ну, да. Нагнет. Устроила гэнг-бэнг. Не захочет. Блин, а мне враг тупо в меня влетает и... Иди нафиг. С Новым годом. Да. Интересно, что мне следующее выпадет? Что-нибудь хорошее охота. Выпадет какое-нибудь дерьмище. Выпадет, а выпадет тебе что-нибудь. Надо подумать, а что это нибудь выпасть? Вани Лэнд. Что это такое? Не знаю. Тут же, типа, Галаги. Ваня Лэнд. Род Лэнд, да, только кстати, про Ванька. Я тут немножко подредактировал, я видел, ты там написал, поэтому я написал все-таки. Просто когда я писал, я там учитывал почему-то то, что я проходил на максимальных сложностях, поэтому это надо убрать. Все-таки же не все проходят на максималках. Да, и у меня что-то трансляция остановилась. Сейчас. О, снова пошла. Нифига себе. Че, неужели сегодня так плохо работает интернет? Надо посмотреть, ничего ли у меня там не отдается. Отвалил весь пищедовский, ну это понятно. Да, у меня отвалилось все. Боже ж мой. Дропы идут. Неужели я сегодня не постримлю? Произошел гэнг-бэнг. Навалились на твой интернет все большим количеством. Да не знаю, может быть. Строили ёпта модему гэнг-бэнг. А еще поменьше битрейт на дачу поставим. Что такое? Понедельник же сегодня? Понедельник? Что, ну да. Должно быть. Понедельник. Все в понедельник стримят дотку. С ёпта модемы. Дождик не идет вроде. Попробуем немножко в другое место, может положить модем. Получше будет ловить, хотя должен ловить хорошо. У вас три можно. Ну да, он быстро перезапустился. Но дропы все равно периодически идут. Ну ладно, главное, чтобы он не ложился больше. Кстати, мне интересно, запись не прервалась, если что, просто запись выложу. Пройду. Ну ладно. Короче, поехали дальше. О чем мы там говорили вообще? Я говорил о том, что надо будет написать описание в играх с учетом того, что проходилось на нормале. Ай! Да, можно что-то подобное придумать. Нужно, знаешь, какой-то общий знаменатель сделать. Mm-hmm. Типа, знаешь, вот... вот как раньше... Ну, в принципе, на самом деле, в расчет-то надо брать все нюансы. То есть, как раньше было, там у нас там, Glaylancer оценивали, там, и хард тоже в нем, то есть указывали как косяк. Надо какой-то все равно, но все равно какой-то общий типа знаменатель сделать, допустим, что. Блин, ну ты вот любишь проходить игры на хард, я это знаю. Я люблю проходить, ты че? Издеваешься? Да. Нифига. Ты постоянно проходишь их на харде, но говоришь, что не любишь. А знаешь, почему я прохожу их на харде? Я, по-моему, много раз говорил, потому что в группе не на харде не публиковались никогда. Я долго и упорно бился за то, чтобы на нормале тоже публиковались, там без смертей записан. А, ну так это без смертей. Блин, я что-то хотел сказать привет, Никита Андрюшкевич, и сдох. А где Никита Андрюшкевич, я его не вижу. Он на Ютубе, наверное. Видно, на Ютубе написал. Хорошо. Так, надеюсь, все там работает. Да, привет. Айриска пишет, твой там не Land, а World. То есть, Ваня World. Я не знаю, какую игру Ваня World. Ваня World. Мир Ванька. Так, надо собраться и не сливаться. Чуть-чуть, сливаюсь по полной. Ну, типа, какой-нибудь там, знаешь, общий знаменатель, там, проходить игры на дефолтной сложности. То есть, допустим, если в настройках... Ну, это тупо, наверное, тоже, блин. Если в настройках стоит нормал, то типа вот и оцениваем норму, ну это тупо. Каждый вид...
любит играть на своем уровне сложности. Не каждый там любит бестидинги, допустим, без одной строчки. Там, это все хвалит. Я в играх всегда люблю проходить все локации всех боссов. То есть для меня игры без боссов интерес, точнее, игры без боссов для меня теряют 50% интереса. Поэтому если в игре есть, допустим, дополнительные уровни или боссы, вот тогда, естественно, я хочу их тоже пройти. И поэтому меня очень горит от Данпачи Дайоджи, которые запилили дополнительных двух боссов на втором круге, в общем, полный бред. Если игра понравилась, надо страдать несколько лет, чтобы с этими боссами поиграться. Там игру сделали, сам знаешь, для кого. Там делали для задротов, поэтому... Ну, что поделать, есть такие вот игры. Ну, есть же другие части Dead Patch, которые хорошие. Да. Ну, относительно. Можно в них поиграть. Да. Например, Dead Patch. По сравнению с Dead Patch дает же намного лучше. Есть просто Dead Patch, которым не обязательно проходить все в 1CC. Ты можешь пройти два круга и получить лучшую концовку вроде. О, отлично вообще, класс. А еще там есть... Можешь... Это самая первая часть серии. А еще есть Dead Patch Black Label, в котором не нужно проходить два круга, чтобы открыть этих секретных боссов. Black Label — это все разные же версии. И... Да ё-моё, как я в пулю в эту влетел. То есть ты можешь взять White Label и не париться. Там игры вроде бы, ну, как будто одни и те же, просто немножко разные версии. Да у меня 5-0 жизни, что-то я тут вообще запоролся на третьем мире. Так, а вот Русский написал, что Ванни Волк это про двух динозавриков, игра очень прикольная. Впервые слышу. Тинджера, кстати, уже не раз в группе называли заслуженным хардкорщиком. Если бы в группе не был превозвышен пункт хардкора, то Тинджер бы до сих пор не был заслуженным хардкорщиком и играл бы себе в свое удовольствие, не знал бы ни про какие арканоиды, ни про каких кьюбертов. Оно просто пришел в группу. И, допустим, чтобы выложить прохождение Гаргульи, нужно записать именно на харде. То есть на нормале без смертей не канает. Нужно на харде со сливом всех жизней, контов, хоть на последней жизни, хоть ты там тупишь 50 миллионов раз, хоть ты ферстран ее проходишь. Но если на харде, сразу убью. А если на нормале... Ну, вроде бы сейчас такого нету. Да, это как я же говорю, когда давно. Я пришел, прошел игру идеально на нормале, красиво показал все секреты, говно, не годится. Прошел игру в Фростране. Это Айдар, да, наверное? О, супер, давай быстрее, еще, можно запиши там, еще, давай, то запиши, то, давай, Фространами на харде. Главное, на максималке. Я думаю, это все был Айдар, и он вот именно там пытался заставить людей проходить на харде. Ну да, было когда-то такое реально, что не хотели публиковать прохи, которые там типа на изи. Был порог качества, так, наверное. Да-да-да. Я не знаю. Вот. Ну, я тоже не понимаю. Хотя вот Стингу ему было насрать. Он всегда все на нормале проходил, да. И не парился. Он даже в настройки не заходил, и публиковал свои прохи. Ну, кстати, Стинг просто... тоже тот еще задрот. Ну, вообще, да. Черепах пройти без третьих бессмертий. Это вообще жесть. Еще и на двоих. Здорово, ДДРыч. Привет, Рома. Нет, это не Dark Dragon Rus. Да. Меня Ютуба не видно. Ладно, я короче. Это уже Good Game. Good Game, жесть. Да. Прошу прощения, ошибся. Хотя, если тебя тоже Рома зовут, будет, конечно, забавное совпадение. Но в том-то и фишка, что хард далеко не для всех. Русские. Объясняй, почему я не люблю максималку. Потому что обычно максимальные уровни сложности, твои возможности ограничиваются самыми лучшими действиями, которые позволяют игру пройти. Допустим, если ты проходишь какой-то ганак на максималке, то единственное оружие, которым ты будешь пользоваться, это единичка. Отлично. Так что разнообразие налицо. Также сам... Нет, а вот твое есть... главное оружие, да. Извини, что перебит, это будет турбопауза просто. Самое главное оружие. Вот, кстати, можно дать должное Спригану, что на максималке там все оружия, кроме оранжевого, полезны. Абсолютно все. То есть... Да оранжевый вообще какой-то, блин, бьюз. Да, оранжевое говно просто. Просто, например, второго босса мне нравится валить там красным, по-моему, или зеленым. Не помню. По-моему, красный мне нравилось. Потом, например, вот эту же рыбу
рыбу и третьего босса ты валишь зеленым. Потом вот этого корабль я люблю валить красным оружием. Очень легко, просто, надежно. Последнего босса можно синим валить. В общем, интересно. И в некоторых местах просто какое-то определенное оружие тащит. Поэтому с этой точки зрения Сприган на харде ничего не потерял. Только единственное, все намного сложнее из-за этого. Игра особо... стала сложной. Да, не особо приятно играется из-за этого. Она и так была сложной и стала еще сложнее. Да. Гораздо. Там столько пуль в начале. Кстати, тут Костян написал статью, мол, на харде не получается насладиться игрой. Не согласен. Но вот в Streets of Rage на харде играть клево. Ну не на мане. Естественно, в какой-нибудь ром. Ну вот, блин, да просто на харде, допустим, я уже не могу играть на нормале, слишком легко. Да. Для меня, допустим. Ну, так вот смотри, и как раз получается такой нюанс. Допустим, тебе игра сильно нравится. Ты в нее и там и наиграл много. И уже можешь проходить игру там на харде, получить там. Ну, не знаю, больше удовольствия получать. Например, я второй Streets of Rage на двоих, естественно, буду играть либо на харде, либо на мане. На предыдущих уже скучновато будет. Иногда максималка, наоборот, улучшает игру, заставляет пользоваться всеми механиками, оружием и прочим. Но таких не так уже много. Я бы сказал, что таких очень мало. Ну вот в Streets of Rage, опять же, да, тебя подстегивает и там юзать все приемы, искать какие-то разные тактики на врагов и на боссов. Например, из скроллеров, которые ограничивают игрока, Grey Lancer. Ты там используешь только одну формацию, ну две. А самонаводка. Максимум две. Да. Самонаводка и для 9 уровня или 8, не помню. Нормал. Все. Ну там, да, там столько этих формаций, но они... Ну я еще использовал реверс, мне нравился. Ну реверс это то же самое, что нормал, только в обратную сторону. Ну вот другие, допустим, там вообще практически неюзабельные. Я не знаю, они были, такое ощущение, созданы больше для галочки. Да, да, есть честно. Такое. Потому что вот, посмотрите, у нас куча формаций. Ни хрена себе тут все этих чуваков с лазерами. Хорошо, поправлюсь. Далеко не всегда можно садиться игрой максимальной сложности. Это верно. Не всегда. Поэтому есть люди, которые ими наслаждаются, но именно писать правила только... По-моему, только один человек наслаждается хардом, это богатство. Больше никто. А Гриш, ой, Витя вроде любит харды всякие. А, ну да. Декстер. Ну ему больше нравится не то, что харды, по-моему. Если не ошибаюсь, ему больше нравится это... Фангейм. Ой, вот эти, да, блин, айвоны без игры, типа там, где тебе жопу рвут, там нужно пиксель перфект исполнять прыжки и там, ну, задрачивать маршруты, вот такой фигня. Ну, ребята, давайте попробуем сурить игру, которая в максималке углубляет процесс. Вот честно, я так даже не смогу сказать, потому что я не особо много проходил. Ну, вот Rocket Knight Adventure, наверное. Rocket Knight Adventure? Как один из примеров. Да. Ода на подъехал. Е, Серхио Псай, спасибо большое. Спасибо. Так, ну я все равно победил. У меня сперли один ящик, но затащил. Первая сотка на сходочку. Ее. По-моему, Rocket Knight просто. Просто наоборот ограничивает. Так ты можешь проходить босса и так, и так. А так ты выбираешь тут какой-то один оптимальный самый вариант и колбасер. А. Видишь, мне сложно об этом рассуждать, потому что я, блин, черт. А вот то, что ты проходил на максималках. То, что я вон проходил на максималках. Или вот ребята, может, напишут, Гриша там что-то напишет. Да, и лучше кто-нибудь в чатике написал, а я подумал бы, что я проходил вообще на максималках. У меня, блин, я люблю такие. Я обычно такие игры играю, как бы, по большей степени. И они являются моими любимыми, у которых нет уровня сложности. Ну такие нормально. Типа вот там Battletoads или там Battletoads Double Drag, Contra там. Contra Hardcore тоже нет уровня сложности. Блин, что если я покажу такого на харде? Adventures of Batman и Robin. Нету, блин, уровня сложности. Нет. Кстати. Не знаю. Всем привет, вижу, уже большая часть игры пройдена. Да, уже пятый мир. По факту я тут как-то заговорил с тобой, даже на автомате уже тащу. Вот, но у меня ноль жизни, и я думаю, что я, скорее всего, солить. А вдруг ты пройдешь? Ну, было бы круто, конечно. Согласен. Я прошел.
Кстати, Гриша, вот мне, кстати, очень нравится Супер Турикан 2. Не знаю почему, но мне он жутко нравится. Я проходил его много раз, пытался без смертей пройти, что, конечно же, не получилось из-за паука и огненного уровня. Но мне игра настолько понравилась, вообще прям класс. Привет, Рапас. Так. Впрочем, Супер Турикан, что на харде, что на нормале, отличий немного. Там некоторые атаки отличаются у боссов. Супер Турикан, который собираюсь поиграть. Мне вторая игре, часть понравилась. Вот первая мне не понравилась. А вот вторая вообще так прям она мне где? Зашла. На какой консоли? Просто она мне именно почему-то, вторая именно мне почему-то зашла. На SNES. Это на Sega же, да? На SNES. Да. Ну не знаю почему, но интересные боссы, все не повторяются вообще. Прям. Очень интересный игровой процесс, разнообразный постоянно. Тут и там, тут и плаваешь, тут там летаешь, тут там сверху, и то еще как-то. И боссы такие интересные, одна битва с пауком чувствует. Хотя она, конечно, довольно-таки трудная, и, я бы сказал, даже нечестная. Но просто вообще атас. В ней есть определенные кривости. Например, в некоторых местах тебе специально дают какое-то говёное оружие, чтобы ты с ним тащил. Есть много нюансов, но именно вот сам игровой процесс вот мне очень интересен. А если бы она не называлась Трикан, то было бы норм. То есть ты даже на харде, типа, получаешь кайф, да, то есть там как бы тебя нагибает, но ты понимаешь, что тебя нагнули не потому, что там, блин, ты какую-то хрень не запомнил, что это меморайзинг, а вот именно, что там, типа, ты что-то потому что, в основном, зафейлил. А в основном все фейлы там из-за того, что не исполнил. Вот, да, не исполнил, типа. Потом приходишь и снова начинаешь. Вот мне тоже нравятся такие игры, которых вот нужно именно тебя заставляет игра как бы что-то исполнять, и причем то, что ты как бы можешь это сделать. Как, допустим, в той же самой контре. Там есть меморайзинг, но по факту тебе по большей степени нужно просто тащить. Mm-hmm. Да. То есть. Там вот все вот особенно любят жаловаться на ККК, что там, ой, боссы там меморайзинговые, ля-ля-ля, да блин. Да какая разница, у них же разные атаки. Вон Вор Ферстраном все затащил, блин, кстати, здорово, Вор, он, как раз он в чатике, лол, найс. Он Вор там Ферстраном просто все прошел, наисполнял и затащил, то есть буквально нужны прямые руки. Да-да. Как бы играть дает челлендж такой. А не когда тебе просто, вот ты знаешь, что вот в этом месте надо вот здесь вот выстрелить, тут-то встать, и тогда ты пройдешь. Блин. Дайте мне двойное оружие, пожалуйста. Ну он какого хрена, оно так быстро улетело? Вообще, я согласен, что в Турикане втором много есть таких элементов, которые нечестные, в частности, дизайн некоторых уровней или там какие-то элементы самого дизайна или уровня. Ну, как же, блин, это интересно сделано. То есть ты не просто тут убежишь слева направо и всех стреляешь, ты там пытаешься так-то подпрыгнуть, или это, или то сделать, ухватиться там в воздухе. Там, в общем, классно, здорово. Особенно мне понравилось, что вот эта вот рука сделана не для галочки, которой ты можешь хвататься, а именно часть игрового процесса, без которого никак. Ну, то есть, например, я думал, что в этой игре вот этот вот штырь, которым ты хватаешься, будет сделан, типа, как в каких-то там серваках, жимах, то есть все то же самое, только по-другому. А нет, совсем по-другому сделали. То есть... Другая механика. Да, Бэтмен, которое приключение Бэтмена Робина на SNES, по сравнению с Супер Туриканом по разнообразию, просто унылая, просто унылая игра, но красивая. Ну вот Турикан просто очень разнообразный. Тут ты там на тележке, вид сзади. Тут ты там плаваешь под водой. Тут ты там вид сверху на космическом корабле, как в Axelay. А там еще босс Мод Севеном атакует. Мод Севеном? Я так серьезно, там челюсть так отвисает. И этой челюсти он и бьет. Не дали какие-то бомбочки. Короче, я в Супер Турикане в восторге. Хотя, помню, Серега от нее негодовал.
Ой, извините, звонят. Извините, дикие лаги и мыло ужасно. Извините, вот насчет лагов, блин, это плохо. Ничего страшного. То, что в Sonic Mania не были лаги, это печалька. Ну, сорян бы, я не знаю, у тебя сейчас интернет просто слишком плохо работает. Надо, кстати, посмотреть самому с этими лагами. Ну, мыло это, да. Блин, я думаю, что нужно все-таки найти какой-то способ стримить. Да, блин. Стримить и одновременно записывать параллельно запись стрима, чтобы оно было в хорошем качестве. Ну, блин, почти ж прошел. То есть, чтобы потом запись стрима выкладывать на YouTube в хорошем качестве. А то сейчас вот тоже, я надеюсь, не особо сильно мыло. Ой, что, у меня стрим стоп? Нет. Сейчас, наверное, люто залагало. Да что ж такое-то? Интернет, что ты меня сегодня не радуешь? Совсем. Ну, Sonic Mania еще будут по-любому как минимум раз проходить. Может, что-нибудь придумаю. Надо подумать, в общем, как с этим интернетом стримить. Стримить, потому что охота. Паутинка рулит. Блин, есть ли такая возможность тут в OBS, допустим, запись сделать в одном качестве, а стрим в другом? По-моему, нету. Так, если как-то чем-то другим. Я знаю, что такая фишка есть в XSplit. То есть там можно запускать. Блин, подбили меня снизу. Там можно запускать две трансляции. Да блин, ну так обидно сдохнуть. Прям аж грустно становится. Блин, без двойного оружия тут уже что-то как-то нормально не поиграть. Я так поиграл КХК на сходке. Так, только если две правильно. Ну, жрать ресурсы, мне пофиг на ресурсы, по идее. У меня комп, в принципе, мощный относительно. Он потянет и две проги, но... Не хотелось бы, конечно, там костыли какие-то придумывать. Что-то Влад ушел, и я начал дохнуть и нагибаться. Всё. Ладно, теперь у меня есть двойная пушка. Да это надо два окна настраивать, Рома, понимаешь, чтобы все там чатик в обоих, чтобы захватывался. Это все очень геморно. Это даже геморно не в том плане, что там, блин, ресурсов много. Это в два раза больше надо настраивать всего. А это как бы не хочется совсем этим заморачиваться. Ну, как могли заметить, у меня даже, блин, оверлея никакого на стриме нету, блин. Тупо черные полоски, чаты и все, там, сбор средств. Мне просто этим лень заниматься. Все это слишком геморройно. О, вроде дропы перестали эти. Интернет просрался. Давайте... Так, пауза. Давайте увеличим битрейт до исходного 800.
посмотрим. Да, вроде просрался интернет, и не слава богу. Или снова сейчас начнет лагать. Ладно, постримим пока в таком качестве. Кстати, когда будет биометал, Егор, обязательно скажи, это нельзя пропустить. А зачем мне бюджетный оверлей? Мне не нужен вообще никакой оверлей, потому что мне лень им заниматься. Я могу сделать и шикарнейший оверлей. Оверлей будет очень красивый. То, что я когда-то там делал в фотошопе, которым все до сих пор пользуются, это вообще было сделано на скорую руку и чисто по пану, потому что мне задолбало, что... на стриме нету никакой нормальной обертки. Но опять же, для красивого оверлея нужен битрейт, чтобы был хороший. А битрейт говно, и сам оверлей тоже будет говненым. Хочется 60 FPS, поэтому... не можешь сделать что-то одно, забиваешь уже на все остальное. Ну, пока так. Сейчас главное, чтобы... Тут лучше главное, чтобы интернет не лагал. На остальное пока все пофигу. Поэтому надо придумать, как сделать так, чтобы качество картинки было смотрибельным и при этом позволял интернет стримить. Ну, то есть, вот как вчера, да, я понимаю, что там в Sonic Mania огромная просто скорость персонажей. Там реально дикое мыло. То есть со шмапами хоть, старыми играми хоть что-то не так. Жизнь. Мне дали жизнь. О, еще и щит дали. Неужели я пройду? Еще один щит дали. Да блин, засирают экран. Блин, а чем не шмап? Он шмап. Убить всех, уворачиваться. То же самое можно было бы сделать, чтобы экран двигался, но также враги на тебя летели. Так, ну что, это должен быть последний мир, по идее. Что? Да, если, ребят, хотите, блин, я могу сделать, ребят, и оверлей, и все остальное, если вы хотите. Мне, в принципе, пофиг. И он утащил у меня мячик. Я надеюсь, это не отразит 30 ПТС. Так, я надеюсь, я прошел. Гвардик же тоже шмап. Ну, гвардик типа смесь жанров. Бродилка. О, нифига себе, еще один мир, я лёгся на чуть-чуть. Бродилка плюс шмап. Там, скажем так, run and gun и шмап в одном. Блин, да я же должен был выстрелить. Так, надеюсь, мне дадут попасть на шестой сразу же мир. Шестую арею, если я сейчас сдохну. А, гвардик. Я думал, ты между Guardian Legend. Гвардик. Да, я не знаю, по идее, это фиксированные шмапы, да. Первым шутемап считается Space Invaders, а это именно такая же байда. Блин, а сейчас прикидывайте, будет прикол, если нужно будет сейчас снова пятый... Нет, финальная арена. Хорошая игра, все. Они мне сразу дали попасть на последний мир. Это хорошо. Ну блин, двойное оружие сразу улетает, ничего подставить. Ой, эти свинки теперь еще и огнем стреляют. Да, блин.
Да чё за кашель? Жесть. В первом же уровне слил все жизни. Ура, игра не дно, да. Ну, на SNES можно было ожидать такой подставы. Я думаю, на аркаде по-любому... Да, блин, было бы что-то подобное. 100%. Хотя нет, на аркаде, наверное, ты закидываешь одну монетку и... Пока... Или пока там у тебя монетки не кончатся, ты будешь херачить до конца. Там не нужен выбор уровня, ничего. А, зажали. Блин, вот здесь вообще пули стали летать как-то очень странно. Стало прям мега дохера. О, донейшн. Бомж с Казанского вокзала. Спасибо за рубль. Да нет, вообще-то донатят на самом деле. Донатят хорошо, да, я бы сказал. Я прям крайне удивлен, что так много людей готовы пожертвовать мне копеечку, чтобы я продолжал стримить, или я не знаю, там просто как-то отблагодарить. Поэтому спасибо, ребятки, за то, что донатите. Я могу покупать всякие игры в Steam, типа Sonic Mania. Да ё-моё. Блин, лол, то, что можно задонатить 1 рубль, я, кстати, не знал, у меня сейчас стоит такая фигня. Да ё-моё. И долбаные чуваки с лазерами. Эх, хотел взять 2 пушки, а в итоге взял врага. Чекнул лицом. Это, знаете, короче, тема есть такая. Заходишь в какую-нибудь там периодически группу, там, миллионник, допустим, там, не знаю, чувак какой-нибудь. Блин, если в этой группе скинуться хотя бы по 1 рублю мне на карту каждый, там, можно заработать 1 000 000. Типа, не оставайтесь равнодушными, скиньте мне на похавать хотя бы рубль. Если в нашей группе так сделают каждый, то я заработаю целых 18 рублей. На бичик. Бомж с Казанского вокзала. Это мне напомнило про бомжиху. Как, с какого там вокзала было? С Курского вокзала? Если кто понял, о чем я. Меня смотрят комрады? Или нет? Блин, я сдох опять, и надо брать конт. Влад что-то вообще надолго куда-то отошел, там ему что-то позвонил, наверное, президент. Наверное, позвонил ему человек, который задонатил, и Влад перед ним отчитывается, типа. Так, ну я, короче, вот прошел. Ой, еще донейшн на рубль. 15 рублей стрим. У меня остался на пирожок. Но хочу поделиться пирожком с тобой, Гивиплс. Спасибо, спасибо. Люди последние деньги жертвуют мне, чтоб я сидел и стримил 500 битрейта. Мне прям стыдно, на самом деле. Стыдно. Забирать деньги у бедных студентов. Которые они могли бы купить себе пирожок и вкусно покушать, но теперь будут голодать. Нельзя быть таким, как я. Жадным до денег. Поэтому надо брать и проходить игры. Короче, как всегда, несу какую-то херню, не обращайте внимания. У тебя был байт на донат, точно. Блин, я аж сдох. Боже мой.
тихо. Тут что-то последний уровень, он, кстати, реально суровый. Но хотя вот тут все тоже как повезет. Вот если повезет, выпадет куча паутинки. Ты быстренько все затащишь. Они. Блин, я не заметил пулю. А не выпадет паутинкой, ты быстро все не затащишь. Я знаю, что здесь в последнем уровне есть босс. Я вам, пацаны, заспойлерю. И он уже совсем скоро. Вот там будет, наверное, интересно. А еще, короче, все... Я, наверное, буду единственным человеком в ютубовском сегменте, кто запишет прохождение на эту игру. Вот серьезно. Потому что, сколько я не искал, все пишут прохождение с какой-то... Во-первых... приставки ретрон, во-вторых, у них у всех по 9-10 жизней, и они прямо не скрывая пишут, типа, в описании, что использовали 4 ретроновские. Я не знаю, почему эта игра... Блин, я опять сдох, можно, короче, умирать. Не знаю, почему на эту игру нет вообще ни одного прохождения. По-моему, даже World of Long Place нету прохи. Там есть какие-то куски, есть какое-то тоже прохождение вроде нормальное, но оно обрывается где-то там ближе к концу. Человек, наверное, надоело играть. И он решил тупо оборвать запись. Вот. Я буду первопроходцем. Так, надо вот, да, вот это сразу брать. Надо запомнить, что на середину вылетает эта хрень с поварапом. Да, ну и вот так тупо не умирать, желательно. А еще у тех чуваков поварапы, точно я вспомнил, которые играли на этом ретроне. У них поварапы не пропадали с экрана, когда они дохнут. То есть он сдох и мог подобрать снова двойное оружие. А я так не могу сделать. Может, есть какие-то версии разные, я не знаю. Найс, клир. Так, алё, мне... Влад, ты камбэкнулся? Да, подруга позвонила. А я думал, там тебе уже работодатель твой позвонил. Говорит, ну что, как там игра задрачивается? Отчитывайся, чего там уже прошел? Да ни хрена не прошел, если я буду отчитываться. Не, я тут одну настольную игру продаю. Видел, что 2 дня назад мне написали сообщение о том, хотели купить. Я сегодня ответил, пока тишина. Вот называется, нет у меня с собой доступа к интернету, так и угодно. А что, на телефоне нету? Нет, у меня не телефон такой, что там только музыка играет. Звонить, отправлять смс-ки. Ну, это тоже норм. А игра, конечно. Что, меня пока нагибают тут в 6-м мире, последнее, походу, дело. 6-й мир? Гамовер. Да. Тут вообще какой-то ад уже. Мы тут с чатиком пообщались, и чатик тоже поддерживает, говорит, что... Все-таки это шут-эм-ап. Шут-эм-ап? Да. Есть, короче, такая фигня, называется... как там писал Рапас? Гвардиан? Или Гвардик? Гвардик. Да. Это типа предок Guardian Legend. Тоже такой же это фиксированный шмап, во. Называется. Фиксит шмап, да? Фиксик, да. Новый жанр. Кстати, есть Space Invaders на даже Nintendo 64, если я не ошибаюсь. То есть там можно... Ну там тоже все так же фиксировано, и куча всяких разных оружий, и всякой такой фигни. Было бы, наверное, тупым, если мы когда-нибудь будем записывать прохи всех шмапов на N64, пропускать его. Да, есть такое. В общем, так, давай. В общем, я тоже буду проходить, да? Да. Не, ну не решай сам, конечно. Ой, блин, что уровень не закончился? Ну тут даже есть босс ведь последний. Целый один босс. Даже один босс, ты арканоид. За всю игру. О, все, игра интересная. Арканоид, блин. Только в жанре шмапов. Так этот уровень когда-нибудь закончится? Алло? У меня все летят и летят, короче, враги. Я не знаю, что за фигня. Уровень не хочет заканчиваться. Серьезно.
Игра, ты не настолько крутая, чтобы я в тебя бесконечно играл. Спасибо, nice clear. Мне тут нравится, как вот между уровнями. Я типа... Nice gang бы еще писать. Nice gang, да. Gang band. Nice gang band. Oh yeah, nice. О, жизнь подарила. Oh nice. Oh yeah. Oh my. Трап порно в шмапах. Порно шмап. Порно трап. Ой, тьфу, трапа шмап. Не знаю, короче, мысли турнеты. Сняли с меня щит, но это только щит. Но это только щит. Это щит, и это щит. Это как когда я проходил эту игру Undead Line. Я там говорил щит, щит. Он мне говорит, блин, я думал, ты матерился, а ты на самом деле имел в виду щит, который поднимать надо. Зашел, да, американец, Стефан. На твой стрим. Блин, шо же он так много ругается? Да, понятно. Не буду его смотреть, он ругается много. Все, да. И донатить не буду. И донатить не буду. Мне тут только что задонатили целый рубль, прикинь. А мне, кстати, тоже добрый жук, как торгую, задонатил. Мне Вайс говорит, слушай, уважай себя, поставь хотя бы минималку 30 рублей. Я не знаю, почему у меня, кстати, рубль стоит. Не, ну мне пофиг, можно, конечно, по фанчику там все равно... Discovery Man не зачитывает, как бы... Сейчас увидишь, как меня подло завалили, это кошмар. Кошмар. Блин, и лишили меня крутой пушки. Ну, все, я дошел до босса. Хорош. До последнего? Да. И это Дон Космо Гэнг. Дон Космо Гэнг? Забавно. Просто Дон Космо. Не, просто в Арканоиде дох. А тут Дон. Дох. Уи-уи-уи-уи-уи. Он, походу, делает это. Француз. Уи-уи-уи-уи. Слушай, я чую ад какой-то творится на экране. Ты первый раз видишь босса? Куча камней. Не, я видел его в прохе, но я так чисто промотал чуть-чуть. Я доходил первый раз до него. Естественно. Ай, да блин. Ну честно, слышу, он еще и ржет, когда я дох. Уи-уи-уи, блин, вот если бы у меня было сейчас двойное оружие, было бы гораздо проще. А то вот так отняли подло в конце, я уже положил джойстик. Че, все, он сдох? Ла-чак-ла-ва-ва, что-то там на нерусском. Хорошо, что он быстро урон наносится. Боссу. О, оказывается, у него вторая форма. О, это приятно. Уи-уи-уи-уи-уи-уи-уи. Огоньки летают. Так, ну эту форму вроде попроще даже. Хотя, я сейчас не буду говорить заранее. Тут уже он насрал столько огней, что... Блин, я сдох. Так, последняя жизнь. Все? Затащил? Нет, у него еще одна форма оказалась. Жесть. Нет. Еще он такой жирный. А чё у меня так много форм? Не знаю, видимо... Он... Ого! А как вот от этого уворачиваться? Ну ладно, все заново. Вот если бы у меня не отняли то оружие... Ну ладно, я почти прошел. А так, может, у него там четвертая форма? Пятая форма? Да, пятая, там 200 форм, короче. Да, называется новый босс, у которого 200 форм. Как вот молния уворачивается, я не понял. Я думал, надо находиться напротив него, типа, хрен там, сон, говорит. Молния как-то самим по себе играет. Блин, да я уже сдох. Так, ладно, убивайте меня. Типа, удачное начало, да? Да. Ну, блин, я не смог взять двойное оружие и еще и сдох. Блин, музыка бы хоть в игре была немножко разная была. А то все одна и та же. Короче, мне надоело смотреть на экран Game Over, я его буду табом проматывать. Ну он реально задрал уже. Да блин, ну вы задрали. Неужели сейчас заново придется опять все... Как говорится, синдром типа сполона. Один раз прошел нормально до босса, теперь заново тренирую тактики, ищи всякие, чтобы дойти до него.
Ладно, тут на самом деле просто надо чуть-чуть повезло с оружием. Оно периодически выпадает из разных врагов. Вот мне, в прошлый раз мне повезло с жизнью, там даже целую жизнь дали. Сейчас не знаю, наверное, не повезет, и опять не дадут. Блин, я уже хочу следующий шмап посмотреть. Да, это, конечно, проблема, когда ты играешь в один тот же, а тебе хочется уже что-нибудь новенькое. Да блин, я опять тупо сдох. Ну потому что, ну, эта игра, ну, вот откровенно, если говорить, ну, неинтересно. Стоп, стоп. Плюс она еще что-то еще и нагибает меня, если бы она еще легкая была, я бы. Че, ходит, стоп, кто лучше шмапом на снасти. Которых там 100 нету. Она будет сотая. Всего 4 формы на изи их затащишь. Бор, скажи. На самом деле, я думаю. И тогда затащим. Ака тут только нормал, тут нету изи. О, Бор обманывает. Все, понятно, все. Отписывайся от зрителя. Да как, это забанить типа его, да, в чате? Отписался от зрителя. Политкорректное название забанить. Да не, никто, конечно же, банить не будет, почему. Конечно, сейчас бегу уже за Банхаймером. Блин, ну у меня 0 жизней, ну блин. Говно. Говно. Опять уровень бесконечный идет музыка. Бесконечный. Nice clear. Хорошо, почистил. Зачистка уровня прошла успешно. Зачистка уровня прошла. О, жизнь. Ну ладно, если дали жизнь, дополнительно еще поиграем. Так, надо сейчас только не переставать стрелять, пока уровень не закончится. То опять меня подло завалят. О, паутинка! Рулис! Паутинка, рулис! Блин, вот еще бы повара поставляли бы между уровнями, я бы с щитом бы дошел бы до босса, как нормальный белый человек. Щит у меня уже забрали. Слишком много врагов на экране. Так, ребята. Егор жалуется, ну, слишком мало врагов. А ну быстро отняли еще один щит. Мало? Я наоборот говорю много. Или я сказал мало? Вы сказал много. Да, и мне так нравится, как ты плацаешь. Я прям вспоминаю, как я в Сприган играл. Ага, в 4-м уровне. С красным оружием. Да с красным это нормально, свою проху а вот синим не очень. Я бы сказал, синее оружие в принципе какое-то не очень, честно говоря. Там чардж очень крутой этого оружия. Только чардж. Да. Ну ладно, я дошел с одной жизнью до последнего босса опять. А, как ты быстро туда доходишь? Там контейнер что ли? Да не, ну как бы тебя откидывает на начало мира. А, нормально. Омка-ня-маня. Коничуа, мущи-мущи. Больше я никаких слов не знаю. Вообще-вообще. Вообще-вообще. Я тоже не знаю. У меня кораблик даже подпрыгивает. Кайфовенько, видимо. Мне нравится музон. А, музыка, кстати, поменялась. Ура! Единственное... Нет! Я успею взять, Я успел! О, хорош. Я взял двойное оружие каким-то образом. Невероятно, оно куда-то вверх слишком улетело. Но у меня 0 жизней. Что ты делаешь, я забыл? А, да, он выпускает огоньки. Турбокнопки здесь не хватает. Палец уже опять устал. Установ в опция, между прочим. Не, там дурацкая турбокнопка. А, там есть? Да, я пробовал ее, и она... Все нереально, короче, играть. Тут сразу все пули вылетают. Блин! Вонючка, босс. Почему нельзя сразу тебя выбрать? Надо, короче, как можно больше жизни на него сэкономить. Не первый форма. Первая форма дурацкая, там какие-то камни падают. Для него нужно хорошее оружие, да?
Ну, желательно, да. Так, давайте, спасибо. Сэкономим кучу времени таким способом. Богатский сейчас просто взорвется от Ботферта. Перемотка! Как? Нельзя этим пользоваться, это тоже чит! Ой, это ты представляешь, он там, знаешь, один раз к чему прицепился? Вот это вообще меня бомбануло от этого. Меня конкретно этого, от этого бомбануло. Помнишь, у меня до этого был слабый прос? И у меня игры иногда подтормаживали. Угу. Вот к этому прицепился. Вот он это считает, что это было эмуляторное замедление какое-то. Ну типа, что из-за того, что у меня слабый процессор, эмуляторно замедлился, и это чип. Типа облегчение игры, такого быть не должно. То есть не специальное облегчение игры, это чип. А специальное облегчение игры турбокнопками, турбопаузами, это не чип. Короче, посылаешь его проходить все на оригинальной консоли, и без сейвов, без всего. И вот, это не чит. Ну, меня, ей-богу, бомбануло это, потому что он просто правила по себя подписывает, как хочет. Конечно, это же вся суть Богатского в этом. Поэтому просто не обращай внимания. Разводить полемику... Он отдельно, я отдельно. Развести полемику на 200 сообщений и как бы, при всех самых весомых аргументов не принять твою позицию никогда, потому что у тебя есть своя. Ладно, давай не будем обсуждать всяких людей в плохом свете, так-то. А то потом еще ухнется. Нас забанят, Дэйв. Обязательно. Пока, вор. Спокойной ночи. Я тоже думаю, что игра интересная в скорости. Нет. Пока, вор. Вор своровал интересную игру и убежал. Какую? Которую мне следующую дадут. Да? Да, наверное. Как поспел? Пошел играть в сон. А ну подожди, вор, расскажи, какую игру ты выбрал. Какую своровал. Да никакой не своровал. Мне тоже интересно, что мне после Блэйзона. Хотя мне на самом деле Блэйзон тоже очень интересен. Тебе сначала бы Блэйзон, да, пройти. У тебя хоть игра интересная. Ну, ну как знаешь, интересно, подхёртная? Я когда запустил, думал, что это какой-то кривейший непроходимый ад. А каким-то образом оказалось, вроде бы там конфликт даже бесконечный. А, да? Ну так тогда можно просто сидеть дрочить, как R-Type 3. Да, я тоже так подумал. И так там много пройдёт. Чего такое интересное, то есть... Атлас всегда что-то интересное запиливает. Еще бы концовку запилили. А ты играешь в игру без концов. Топ-ке. Главное, что играешь в игру, концовка не важна. Ну, я бы не сказал. Играй в Пакмана тогда. Ну ладно. Пакман не такая интересная игра, действительно. Ну ладно, не играй в Пакмана, да? Телефон у меня. Вот у меня телефон, прошу прощения. Давай. Во-во-во-во-во-во. Не хочешь пососать мой кок? Ну, я тебе этого не позволю. Уи-уи-уи-уи-уи-уи! Да, блин! Как же я так тупо сдох? Ладно, оружие на боссе оставляют. Уже... Это моя земля! Я же Дон Космо! Не знаю, что он там говорит. Пытаюсь как-то перевести. Блин, они сейчас стреляют, слушай. А что ж у вас так много-то? Как мне в босса-то валить, когда вы тут летаете? Вы-вы-вы-вы-вы! Вы-вы-вы-вы! Кря-кря! Вы-вы, кря-кря!
Так, next form. Побойся, Грит, ты воняешь. Сам ты воняешь. Вот как мне определить, в каком месте... Блин, я сдох. А нет! Ну так нечестно. Чего в середине появился? Это форма кал. Ого. Плизик, плизик, все, последняя, давай. Да умри уже, все, последняя форма. Да блин! Сдохни, сраная лягуха, плизик. Фу, на последней жизни, все как по канонам. О, это же Градиус. Сейчас взорвется. Топ-кек просто. Это был самый эпичный взрыв за всю историю видеоигр. А, бля, пиздец. Я просто реву. Слушайте, Contra 3 просто отдыхает со своими взрывами. Вот это был самый зрелищный, эпичный, мощнейший взрыв за всю историю видеоигр, которые только были созданы. Боже, что это за... Нам код. Нам код, а вам эпичный взрыв. А, боже. Батька, короче, работает на стройке. Мамка, короче, работает официантом. А ты сидишь, хикан вонючий, у них на шее и не хочешь идти работать. Но потом они тебя выперли из дома, и тебе пришлось все-таки завоевать весь мир. Вот. Конец. Боже мой. Это был самый эпичный взрыв во всей истории видеоигр. Ну ладно, пройдено. Типа, ну игра прикольная, конечно, отчасти, ну так, типа, зайдет поиграть чуть-чуть, посидеть, но скучная, ничего интересного особо не нет, для детей сойдет. Так, ну что ж, пришло время узнать следующий шмап, который я буду проходить и поиграть в него, я думаю, даже немножко. Сейчас мы включим Google Chrome. Так. Хром что-то не очень захватился. Хром что-то не хочет захватываться. А, о, все. Так. Ну что, Влада пока тут нету. Тогда давайте... кто мне назовет цифру, которую я буду шмякать? Чингер. А, вон, Чингер уже написал цифру 9. Ну окей. 9 так 9. Так, на стриме все видно. Давайте. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. И... пара-ба-бам! 9! Сприган Пауэр по второму разу! О-ло-ло! Не, давай еще раз 9 раз нажимаем. Обновляем страничку. Раз, два, три,
4, 5, 6, 7, 8, 9. Да что за херня? Я проходил только что эти игры. Это, блин, с какой вот, какой есть шанс, что я одни, мне попадутся одни и те же игры дважды подряд? Ребята, я просто везучий. Давайте я сейчас зайду просто-напросто в свой скриптик и уберу эти игры. Так, почему он мне открыл... Господи. Так, Саблайм. Саблайм, где ты? Зачем ты мне открыл Word'ом? Писать сайты в Word'е. Топ-кек. Так, Cosmo Hunt The Video убираем. Больше не появится. И Spriggan Power тоже. Больше не появится. Обновляем страницу еще раз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Супер Свиф! Ну чё, Влад, пришло время страдать мне теперь в Супер Свиф. Отличный рандом. Да. Именно блин, поэтому я убирал игры, пройденные из списочка. Да, блин, у меня тут все поломалось, пока я... Что-то обновлял, не знаю, что-то Chrome решил сломаться. Ну ладно, что поделать. Ну что, ребят, по новой нажимайте циферку, а то скажете, все подстроено. Егор сейчас подобрал игру по 21, под 21 номер. Ну не знаю, если людям будет неинтересно смотреть на Супер Свиф, я могу приролнуть снова. А ты снова нажал 21? Почему 21? Я 9. Ты написал 9, я 9. Я понял. Я сейчас убрал игры эти и написал 9. Ребята, вам будет интересно смотреть, если я буду играть в Супер Свиф или что-то другое? Да, можно Супер Свиф на позже выбрать, в принципе, как вы решите. Все-таки стримы ведутся для вас. Для нас мы их проходим, а для вас мы выбираем очередность. Да. Шикарный рандом, да. Риски пишут 9 опять. Ну ладно. Я не знаю, сейчас еще подожду. Буквально чуть-чуть. Блин, сколько же дропов. Этот стрим я точно буду заливать, наверное. Именно как запись. Надо посмотреть, запись-то интересно, эти дропы есть или нет. Играй. А мне Гриша пишет, играй. Ну, играй тогда, раз. Хорошо. Будем выполнять желания, как джины. Значит, сейчас я остановлю